Нет, ну не говори, что ты опять вечную загрузку включил. Мне придется перезапускать. А, класс, я Windows F4 нажал. Yes, я запустил игру, я запустил ее. Yes, без бесконечной загрузки, наконец-то. Короче, мы продолжаем игру Зоотехника снова, опять как, опять за него играть. Я опять все забыл, да что ж такое-то, 4 дня вроде прошло всего лишь-то. Так, синяя, ой, там еще и циановая, ё-моё, вот это меня, конечно, с растертыми объятиями решили встретить с самого начала серии. Короче, мы сегодня продолжаем проходить Rain World. Сами знаете, каким дополнением, я уже устал эту каждую серию говорить. Какие у нас сегодня планы? Сегодня у меня планы вот такие вот, а то, что я сегодня буду записывать два ролика подряд. И, что, наверное, самое интересное, мы сегодня пойдем наконец-таки к 5 галькам спустя 2 серии. На самом деле не так много прошло, ну ладно. Короче, сегодня мы пойдем на стену. Сегодня мы пойдем еще на циановый привет. Давай. Не съешь меня, давай. Я умри, давай. Так, короче, не забываем то, что оказывается, техник умеет делать из камней бомбы. А, у меня бомба уже была. Тогда еще лучше. Кроме того, я еще могу не скидывать предметы. На, минус все мусорщики разом. Давай это, на. На синюю ящерицу. Ну чем она тебе не нравится? Ты мне объясни. Нет. На, получай. На. Вот тебе. Это очень странно. Почему он не взял синюю ящерицу? Разве я не могу ею типа приручить? Ладно, ладно. Ладно. А в чем проблема-то? В принципе, там... Сейчас я сделаю взрывное копье и там всех разбомблю. Короче, у техника есть иммунитет к взрыву. То есть я могу бомбить буквально в этой игре. Так, я вроде бы какие-то фильтры добавил на микрофон. Не особо их много. Я не знаю, что от этого изменилось. Вроде как вы теперь не должны слышать щелчки. Ну, должны вроде как слышать, но по крайней мере... Вы чё? Достань, пожалуйста, бомбочку. Во, вот, вот это вот, да. На, получил. Так, давай, вставай, вставай. Ну, хватит лежать, отдыхать, пожалуйста. Где камень? Дайте мне любой камень, я его в бомбу превращу, чтобы бомбить продолжать. Внутри этого техника что, бесконечное количество бомб? Или он из еды бомбу превращает? Что, как это работает? Интересный тоже вопрос. Я удивлюсь, если на это найдется ответ в комментариях. А, мне, кстати говоря, надо поесть что-то. Я совсем про это забыл. Короче, если меня кто-то начнет есть, у меня есть суперская защита. И вот это вот. А этот стоит, как ни в чем не бывало. Так, я хотя бы одного мусорщика убил, да, я прекрасно. Ой-ой-ой. Зря ты сюда пришел, дружище. Так, давайте поедим мусорщика. Ты еще живой? В смысле? Дай сюда! Он мне нужен. О, прекрасно. И этот... Да все хотят у меня украсть мусорщиков, да что ж такое? Они бомбы приходится из-за вас делать. Я сейчас вас в супчик превращу, как в прошлый раз, и посмотрим, кто там кого съест. Ну все, дружище. Правда, я тебя вряд ли бомбочкой-то убью. Давай-ка я возьму копье, и ты узнаешь, каково это. Еще она прилетела. У меня, к сожалению, на вас всех копий столько не хватит. А еще потолок слишком низкий здесь, надо бы как-то повыше было сделать. Давай, дружище, иди сюда. Опа, еще один, давай. На. Кто ко мне приблизится, тут же взорвется, давайте. Не таким способом. Где там эти мусорщики? Я думал, все, и все, сейчас все отлично пойдет. Нет, нет, они меня будут взрывать. Давайте, идите сюда. Опа, сразу же. Сразу же. Давай, 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 давай. На. Почему синяя выжила? Вот вы мне объясните. Главное, циановая не выжила, а синий как будто ничего не произошло. Бомбочки очень долго делаются. Прям очень долго.
Мне приходится их проглатывать, потом из себя вытаскивать. Ты думаешь, ты меня таким способом обманула, да? На, получай, будешь знать, как это на меня. А ты чего тут? Там ящерица лежит, можешь ее съесть. Ну или не есть вообще, в принципе, тоже как вариант. Давайте, ребята. Давайте, спуститесь, посмотрите, что там вас ждет. Тут прям огромная куча мусорщиков. И что мне с вами делать, ребята? Ты мне его тащишь? Спасибо. Я заберу с удовольствием. Поесть мне надо как раз. Ам-ням-ням-ням-ням. Сколько вас там? У вас, по-моему, бесконечно. У меня есть великая защита птицы. Давай, кидай, кидай. Вот прям ты сквозь птицу меня и заметил. По-моему, ты их включил, дружище. Выключи его, пожалуйста. Их там правда бесконечно? Или что? Я не понимаю. Ой-о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 й. Меня внезапно выбросило из птицы. Что-то мне как-то не везет. Вроде бы, надо всего лишь в этот перейти. Дымоходы, а в чем проблема-то, собственно? Опа, а вот, собственно, и мусорщики, как по заказу. Что ты там поднял на меня, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Вы своих товарищей реально как щиты используете? Вы мне объясните? Вот я прям... Вот копье летело прямо ему в голову. Я это прекрасно видел. Но попал в итоге в кого? Не в него. Почему? Я не знаю, игра. Ой. Извините. Да что это такое? Ничего, накопим смерти, коллекционируем смерти. Что-то никакого продвижения сегодня. Вот только началось... Сколько уже времени прошло? Времени уже прошло где-то 15 минут. А где прогресс? Его нет. И вот все время кажется, как будто они живые. Но у меня есть такие подозрения, что это из-за графики. Типа игра решила такая оптимизироваться все-таки. Но это же не графика, это оптимизация называется. Где? Где мусорщики? Вот сейчас они появятся все одной огромной толпой. На. Все. Во, сразу. Как на заказ третья карма. Я теперь-то надеюсь, что никто, не знаю, из-за угла не появится, не кинет копье в меня. Я просто спокойно дойду и просто спокойно сохранюсь. Пожалуйста, игра. Кстати говоря, на момент монтажа я такой подумал, может он использует, я имею в виду, техник, возможно, использует их карму для перехода. Типа у них же есть карма, имеется. Может он его использует ради того, чтобы как раз-таки перейти, но при этом сам не имеет разума. А может он вообще киборг? Может быть он вообще робот? Так, дымоходы. Мы снова здесь. Спустя сколько серий? Спустя серии 2. Опа. Здрасте. Не ожидал вас тут встретить. Так, начинаются дымоходы. Самая веселая локация, самая веселая. Потому что я уже играл в экспедицию. И там было весело, я так скажу. Там было очень весело, очень весело. У этого кармы уже все, все. Разум угас, все. Нету их больше разума. Мы, от него только еда остается, в принципе. Но вроде от него мне хватало. Ну-ка, у тебя еда есть? У него даже еды нет. Ну и ладно. Просто мусор какой-то у меня валяется в убежище. Причем два мусора, вы обратите на это внимание. Все, вот они. Еще мусорщики. Вот когда они не нужны, они всегда тут будут. Привет, ребята. Ну я пойду. Я не хочу с вами вообще иметь дело. Я просто пойду своей дорогой, хорошо? Вы ж не против, я надеюсь. Так, хорошо. Я вот не понимаю, вот в последнее время меня этот жук убивает вот просто с первого удара. Вот просто прыгнет, просто убьет. Как от него защищаться, как от него уворачиваться, как его... Я не понимаю. Мне очень интересно узнать, какая за техника концовка. Типа у гурмана была красивая концовка в красивой локации. С милой... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты, дружище, не милый, ты можешь идти отсюда. Ты мне тут не... Я тебя вообще не звал. Да, ты ж мои движения наперед просчитываешь. Да, именно туда я и пошел. Иди там дальше, может, меня найдешь когда-нибудь, не знаю, через 100 лет. На, опа, не давай не будем раздражать шест, ему это не нравится. Уф. Да, молодец, копье потратил. Все, до свидания. Я надеюсь, ты ко мне не придешь. Зацени хотя бы то, что я тебя не убил, пожалуйста. Я пожалел тебя.
дал тебе жизнь, дай мне тоже жизнь, пожалуйста. Музыка резко решила такая, опа, меня здесь нет. Стоп, что? Куда ты меня-то говоришь идти, а? В смысле, подожди. Мне синие эти подсказывают. Наблюдатели. Во-первых, я не ожидал их здесь увидеть. Во-вторых, я не ожидал, что мне они начнут что-то говорить. Ой. Как на заказ. Фух, не вовремя. Да, он мне говорит вниз идти. Дружище, когда это ты стал моим сопровождающим помощничком? Я все-таки был насчет охотника 2.0 прав. Кстати говоря, это буквально охотник 2.0. Только, по-моему, у него особенностей больше, чем у охотника даже. Ой, какую-то добычу себе нашла. А, не, это она сама в добычу превращается. Может, пока она спит, ее убить? Ой-ой-ой, вот и за мной прибыли. Правда, еды теперь мне не видать, походу. Ну ладно. Сколько мне вообще еды? Единиц. А, ну, в принципе, достаточно. Опачки, опачки. Ой, патроны кончились. Так, вниз мы не идем, внизу мы были, внизу мы все исследовали. Кстати, огромное спасибо за 100 подписчиков. Для меня это было абсолютно внезапно и неожиданно. Вы пришли, правда, с первой серии. Я, конечно, блин, вам за это огромное спасибо, но есть люди. Есть люди, которые вторую серию все еще не посмотрели. Что ты делаешь в третьей серии? Ты мне объясни тогда, если ты один из этих людей. Так, мусорщики слева, циановые справа. Птицы еще летают с копьями. А, нет, циановые нет. Там мусорщик еще прилетел. И улетела тут же. Она решила мне не мешать. Опачки. О-о-о. Вы видели, какой там он? Ой-ой-ой, о, вот так вот дела и делаются. Опа, посмотрите, какой красивый. Зеленый такой. Под траву маскироваться собираешься. О, спасибо. Спасибо за копье. Ребята, давайте мне это, копье, пожалуйста. Ой, птицы, кстати, за вами прилетели. За мной, возможно, видимо, прилетели. Может быть, я вообще ошибаюсь. Что-то птиц тут как-то многовато, вам так не кажется? Все летает и летает, а между прочим, уже конец цикла. Я, видимо, сегодня до убежища не доберусь, да? Опачки. Не, я успею. А может быть и нет. Это все зависит от дождя. Но я-то уже около убежища. И сейчас такая бжж, резко такая дождь начинается. Не, ну такими темпами мы быстро, наверное, окажемся в этом, в дымоходах, а там уже и у гальки. Так, видимо, мы элитного мусорщика убили. Чем он отличается от мусорщика только маской, серьезно? Так, нам надо идти куда? Нам надо идти вниз, нам надо поесть, нам надо найти еды, нам надо найти что-нибудь в этой жизни. Давай, делай. О, еда пришла. Кушать подано. О, какая циановая полезная, все полностью восстанавливает. Так, розовая, ты идешь куда-нибудь, но не ко мне, пожалуйста. А я пойду наверх, к птичкам. Ой, ну и к циановой тоже. На, познай дно. А я сейчас познаю рай, да? Где птички? Сейчас я вообще в небо улечу. Не прилечу, наверное. Почему ты не пригнуться не мог? Объясни мне. Ой-ой-ой, он снизу. Только мне кажется, если он сюда засунет голову, мне все, меня не будет тут же. Дружище, иди сюда. Иди сюда, тут такая вкусная еда висит. Что ты там крутишься-то все время? Что у вас тут за традиция все время крутиться? Да, мы поверху поползем. По невидимому фону. Во, другое дело. Как-то странно, они по заднему фону лазят. Есть объекты, которые как бы должны находиться очень далеко на заднем плане, но они все равно по ним лазят. При этом никак не отдаляясь на задний фон. Так, ну вроде как мы сыты. Нам надо только что? Нам надо только мусорчик где-то раздобыть. Птичка. Давай. На, получай. Он умер от этого? Он умер от этого. Кидываем мусор. Фух, вот это я сейчас поднапрягся. Знали бы вы как. Сейчас все могло просто взять и просто резко пропасть. Все мои труды просто впустую. Так, ладно. Берем камень. Возьму первым копье, потому что я выяснил для себя, что копье может спасти в
неожиданной ситуации. От ящерицы, например, в зубах ты тут же его убиваешь. Так, нам надо, кроме еще этого, еды. Нам надо еды, ну и мусорщика, естественно. Давай, Цая, давай, покажи. Как ты сейчас полетаешь. Так, мусорщиков ждем. Шесты. Ликвидируем. Опа. Да что такое? Я нажимаю брать и кидать. Он ничего из этого не делал. Давай, 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 давай. Иди сюда. Иди сюда, Цановая. Вот же. Вот он же я. Твоя еда сегодня. На. О нет, о нет, о нет. Я обезоружен. Обезоруженных не нападают. Да что такое-то? Все-таки за него действительно что-то сложное начинается. Я уже в этом убедился. Поскорее бы гальки. Я так давно его не видел. Я так давно с ним не разговаривал. Кстати говоря, о гальках. Мне написали то, что и к нему можно нести жемчужины. Внезапно, да? Наверное, все-таки стоит сделать взрывное копье. И поделиться этим взрывным копьем с белым. На. На, нет у меня здесь. А что у меня во рту, кстати говоря? Я ведь так понимаю, то, что когда у меня предмет во рту, я не могу крафтить бомбы, да? Угу. Значит, это небольшая такая вот проблемка, наверное. Давай, розовая. Давай, я в тебя верю. На, розовую. Она повкуснее, наверное, будет. Можешь попробовать. Сегодня, по-моему, просто неудачный день какой-то. Сегодня, знаете, у меня даже настроения почему-то нету. Прям вообще желаний нету. Поэтому, наверное, сегодня будет просто один ролик. Я хочу отдохнуть, Я хочу отдохнуть. Просто отдохнуть. Я не знаю, почему же, что со мной не так. Просто мне сегодня, походу, отбили настроение. Нет, ну лазер это ты тут свои убери, пожалуйста. Чуть не попал. Да, 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 синюю поешь. Ты даже в синюю попасть не смог. Серьезно. Так, а надо как-то действовать это по-другому, по-другому немножечко, прям совсем. Они же сейчас наверх не пойдут, да? Нет, они опять толпой тут. Они все сейчас пойдут наверх спасать своего товарища. Где эта Циановая? Куда она испарилась, исчезла и уничтожилась из этого мира? Ну, ребята, вас там как-то слишком мало. Мне так кажется, давайте побольше еще. Смотрите, ни единого камня. Вот как специально. У него есть камень. У меня есть птичка. Мне бы камень взять какой-нибудь. Любой, вообще без разницы. Просто взять и вот так вот и сделать. Давайте по одному. Вот серьезно. На, получил. Он не умер почему-то. Техник может как-то отбивать копья своим взрывом, но как он это делает, вопрос тоже интересный. Они меня там вечно караулить собираются. Ну все, ребята, я вам желаю удачи. У-у-у, тем более желаю удачи. Птичка прилетела. На, получил, да? На, получил. Не кидай под углом, пожалуйста. Я не умею так кидать, ты тоже. Я знаю только один способ, как их можно убить. И он, наверное, самый эффективный из всех, мне кажется. Где все мусорщики? Где они? Они постоянно как будто рандомно спавнятся где-то в рандомных точках. Где они? Опачки, опачки, опачки. На! Давай, спускайся. Прекрасно. Бери быстрей. Да не копье, а копья поважнее будут. Можно, в принципе, маску еще взять. Ой, какая красивая, смотрите. Тут разные разновидности масок добавили. Пятая карма. Прекрасно. Ну это же, наверное, элитный. С него, по-моему, как раз таки маска и выпала. Вы что там делаете? Ну давай, дружище. Кидай, кидай, кидай. Давай, кидай. Ну все, начинаются сложности. На. Получил. С двух сторон ведь окружают. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, до свидания. Так, мне сказали вроде как за тело лучше брать мусор. Ну конечно же, у вас там толпа будет. Дружище. Дружище, пощади маленького слизнякотенка, у него своей кармы нет, вот он
дайте ему шанс. Но постоянно что-то идет не так. То куча мусорщиков, то ящерицы убивают. Убивает меня куча ящериц. То птички прилетают, то жуки с одного укуса добивают. Ой-ой-ой-ой-ой. Друг. Еще один снайпер тут нашелся. Ты с прошлой серии, что ли, пришел? Вот где они чаще всего попадаются? Они же рандомно спавнятся, да, я так понимаю. Опа, а вот и они, собственно. Сейчас вниз пойдут, наверное, я надеюсь. Ну и заново. Ну и я, да. Покидай меня, копья еще. На. О, нет! Я такой прекрасной возможности лишился. Да что такое-то сегодня? Вы мне объясните. Я сегодня на 2 часа, что ли, тут буду сидеть? Я думал, я доберусь до стены. Что сегодня происходит? Это мое настроение на игру сегодня так повлияло или что? Где там эти птички? Где там ящерицы? Где там мусорщики? Где все подряд? Почему они все в разных местах? Давайте быть все вместе. Как одно целое. Мусорщики? Нет, конечно же. Кто? Кого ты хотел? Птички. О! Я не понимаю, что здесь не так? Почему бомба всегда взрывается об потолок? Она не должна соприкасаться с потолком. Нет, она прикасается каким-то образом. Нет, ну давай без этого. Ну ты серьезно? У меня такие ощущения, как будто они... Будто бы меня видят везде, вот абсолютно. Куда бы я ни пошел, они везде есть. Они знают, куда я передвинусь. Они знают, куда я буду что делать, куда я буду что кидать. Они приходят специально слишком поздно. И специально кидают наперед копья в меня, причем. А сами каким-то магическим образом уворачиваются. Циановая наколдовалась, вы это видели вообще? Попахивает чем-то нечистым, мне кажется. Дайте мусорщиков, серьезно, где мусорщики? Они тут, то тут везде, то их нету вообще. Ой, циановая. А, ой, какая циановая, я уже путать цвета начинаю. Все, дружище. Ты-то чего? Все. Все, до свидания. Берем их за тело, самое главное. И тащим. Все, третьей кармы, надеюсь, хватит. Не ешь моих мусорщиков. Я и так их таким огромным трудом добывал. Не для того, чтобы ты их просто взял и съел. А ты, чтобы не просто в меня выстрелил и убил. О, да ты сегодня стрелять-то собираешься. Да что сегодня такое-то? Все время что-то идет не так в этой локации. Вот все время что-то идет не так в этой локации. Оно проклято, оно заколдовано, оно вот специально вот против меня. Что я тут только не сделаю, все. Ой, копья наколдовались, вы посмотрите. Все было специально сделано против меня. Это все игра, это все не я. Я вообще профессионал этой игры, я должен всех тут вообще убить уже. Прям как по заказу. Что? Вторая карма, ну спасибо. Какая там нужна, кстати? А я даже и карму посмотреть-то не посмотрел. Мне кажется, второй кармы будет маловато. Поэтому давайте его поедим и выбросим. Где я? Вот. Они только что были здесь. Они исчезли. Во. Или ты тоже не особо умный? Ты серьезно? А ты? Возьми его. Пожалуйста, его. Его возьми. Да его ты возьми. Ну его, ну нет. Во, прекрасный мусорщик. А ты копию берешь, как будто у них карма повыше будет. Вот если сейчас прилетит птица, я супчик из нее сделаю, серьезно. А из ящериц салат вкусненький. Нету никого. Все. Вот могло бы быть так с самого начала. Вот серьезно, могло быть. Так, ладно, идем, значит, наконец-то. О, как раз, прям как по заказу. Фух, идем на стену, едим, сохраняемся и все. Забываем про мусорщиков, про его существование. Идем к пятигалькам. Все. Вот, да, вот чтоб тебе там голову отрубило. Просто вот уже все. У меня уже терпения нет.
стоя уснул. Вы видели это вообще? Ах, сегодня что-то у меня просто в голову. Что-то почему-то ничего не приходит. Желания делать ничего нет. Ничего нет. Но ради вас, ребята. Ради вас. Начинается стена, на которой я, кстати говоря, вчера и позавчера играл. Я столько здесь ящериц переубивал. Я, наверное, всю их стаю переубивал. Мне надо было набрать очки. 220, по-моему. Я их тут как раз-таки копил. Ой-ой-ой, у него замедленная реакция, тихо. Я не понимаю, он то ли слепой, то ли что. Ой. Копье бумеранг, знакомьтесь. Мне вот интересно, сейчас то... Я получил ответ быстрее, чем задал вопрос. Это прекрасно, наверное, не знаю. Я хотел спросить, здесь будут оранжевые или циановые? Здесь будут циановые, конечно же. Ой. А куда это они делись? Фух, еды бы на самом деле бы тоже не помешало, наверное, не знаю. Циановый здесь появляется за охотника, насколько я помню. Вы что тут делаете, ребята? Ну серьезно, да? Вот что они тут делают, зачем они тут существуют? Может, ты уйдешь отсюда, дружище? Да, камнями покидайся. Ну не копьями, копья тебе не нужны. Копья верну отправителю, если что, если понадобится. Нет. Нет, дружище, оно тебе не надо. Вот так вот. Он жив. Опа. На, да что ты медлишь-то? О, молодец. Все-таки они действительно засунули во все локации мусорщиков, да? Либо тут стало больше мобов, либо я не знаю. Просто я уже наизусть изучил вот спавн в этой локации. Здесь спавнится 5, по-моему, ящериц синих. Ой, синих. Оранжевых. 3 белых, одна синяя и один жук. Я уже наизусть знаю здесь спавн. И то это, по-моему, за выжившего. На, получай. Еда готова. Так, все. Там дальше убежище. Я знаю, где оно находится. Еще один мусорщик. И сколько их здесь, мне вот интересно. Да, покушай. Молодец. Еще она белая. Ты как меня-то не заметила? Вопрос тоже интересный. Ну и иди, в принципе, хорошо. Меня это устраивает. Так, лезем сюда. Надеемся на то, что меня никто не найдет. Так, как мне действовать? Там белая стоит. Меня делает вид, что не слышит, да? Я могу просто... Ладно, давай, смотри, какая тут вкусная, одноглазая. На, получай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то тут птиц многовато, да? Куда белая делась? Улетела? С концами? Это же хорошо, это прекрасно. Опачки. Кажется, ты выбрала не очень удачное положение для себя, дружище. Ну, все, все. Кто сегодня поспит сегодня нормально, наконец-то, после дымоходов? Я сегодня посплю нормально после дымоходов. Дайте отдохнуть, серьезно. Бедный слизнекотик уже настрадался всеми возможными способами. Фух, ну хоть и эта локация попроще. Без бесконечных прогрузок, пожалуйста. Без бесконечных. Сегодня был один раз, не надо, пожалуйста. А, нет, нет. Какие вы злые мусорщики-то на самом деле. Нет, 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 вы одного забыли, ребята. Не-не-не-не-не. Нет. Знаете, жемчужину. Ой, как много фпс-то, посмотрите. У него одна рука. Ой. Ой, нет. Не-не-не-не-не-не-нет. Возможно, тут был другой выход из ситуации, я мог просто кинуть жемчужину им, но ладно. Так, нам надо донести жемчужину, оно находится на верхушке стены, в принципе. Все остальные жемчужины я буду, наверное, сам изучать, потому что, ну, типа, почему бы и нет, как бы. Фух, ну все, тут же существ нет. Да, я ведь надеюсь, да? Ну, кроме мух, которых, кстати говоря, я видел в экспедиции. Внезапно прилетели откуда-то. Здесь можно запрыгнуть без копий. Ура! Не надо тратить 500 копий. Здесь переход до сих пор закрыт. Фух, наконец-то.
Он будет удивление, если тут появится такой мусорщик на верхушке-то стены. Так, идем к пяти галькам. Берем. Берем. Обязательно берем жемчужину, потому что его можно отдать галькам. Так, я так понимаю, если я буду делать кучу прыжков, я могу сам взорваться и умереть от этого. Вы тут охраной занимаетесь или что? Пришли тут. Что вы тут делаете? Что это за погоню вы мне устроили? Хорошо, сейчас будем действовать по-другому. У меня есть бомба. Есть улетающий мусорщик. Что там забыли? У меня такие ощущения, как будто вы галькам пришли. Что-то с ним делать. Кстати говоря, интересная, кстати, задумка для сюжета. Мне бы так спиной кидать, дружище, научи. Это мне, кстати говоря, оставили. Спасибо, слушай. Давайте сначала разберемся с мусорщиками, а потом возьмем жемчужину, а то на это время-то... Хотя, ладно. Не, давайте все-таки сначала с мусорщиками разберемся. Просто кинем в толпу, и толпы не станет. По-моему, это заскриптованный вообще, в принципе, момент. Нет, не заскриптованный. Тогда я пошел за жемчужиной, ребят. Я заметил, кстати говоря, то, что жемчужины могут быть типа немножко обесцвечены. Интересно, это типа на эти... Вас там не было, ребят. На, получайте, ребята. На! Прекрасно! Ну, ребята, ну так нельзя. Серьезно. Что они делают у галик-то, вы мне объясните. Они решили, что... если это никак не объяснено сюжетом, я взорвусь. Нету мусорщиков. Их тут нет. Но самое ужасное в этой игре может быть, знаете что? То, что они могут взять просто из экрана и кинуть в тебя копье. Ну ладно. Ну тут-то ты их не будет, я надеюсь. Здесь вторая карма. Все, нету мусорщиков. А какие мусорщики? А как, о чем вообще речь? Здесь есть секретка. Но я ее, по-моему, забирал. Значит, это какая-то другая секретка. Так, давайте сначала пойдем к гальке, а потом дадим ему жемчужину. А там я боюсь, то, что диалог может скипнуться. Ну, всякое же в играх может быть. Поэтому давайте не будем давать ему сразу жемчужину. Сразу просто послушаем, что он мне скажет, что он мне скажет делать. И, в принципе, все. Его наблюдатели говорили мне к нему идти. Вопрос, зачем? Кто я для него такой? Так, Лана, привет! А, ты прям так со мной будешь общаться. Вот сейчас что-то прям новое происходит. Ты слышишь меня? Думаю, рано или поздно тебе удалось бы добраться сюда. Я следил за твоими передвижениями по моей установке через наблюдатели, благодаря устройству, следующему за тобой. Это идентификационный дрон горожанина, принадлежавший одному из давно покинувших нас моих создателей. Кажется, он был поврежден и при реактивации привязался к тебе. Большинство данных на дроне испорчены, позволь выполнить долг итератора и синхронизировать его с моей конструкцией. Пуньк, 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 пуньк. Что? Чего он меня ожидал? Зачем? Проказливая зверюшка. Ты в цикле, который постоянно повторяется. Думаю, ты здесь, потому что хочешь выбраться. Тут я мало чем могу помочь. Животная потребность, поглощающая тебя изнутри, привязывает тебя к этому месту. Даже мое божественное вмешательство не сможет ничего изменить. Впрочем, если планируешь носить это устройство с собой, притворяясь одним из моих горожан, ты можешь выполнить свой долг по уходу за этой конструкцией. Из увиденного я понял, что ты испытываешь необходимость проявлять жестокость к мусорщикам. Такая жизнь мне омерзительна, но похоже, у нас общий враг. Большая стая мусорщиков устроилась в моем городе, как у себя дома, и все больше разрушает крышу моей постройки, собирая металлолом и механические компоненты. Я призываю тебя выполнить долг добропорядочного жителя, вернуться к себе домой в город и нанести им визит. Возможно, так мы оба получим то, чего хотим. Что ж, если у тебя нет ничего интересного для меня, тебе пора. Подожди, у меня есть кое-что для тебя интересное, дружище.
О, у тебя есть что почитать? Эту жемчужину не архивировали, вероятно, ее переносили вручную. Это сообщение из политической дискуссии по вопросу растущей напряженности между мной и разными домами. Любопытно. Посему прошу вас сделать все, что в ваших силах, дабы помешать дому, мы оба знаем кому. И дальше чинить препятствия. У него менее 40 членов в совете, но он продолжает вести духовный дискусс с итератором в направлении последним и явно неприятным. И к тому же не находящего значительной поддержки общества. Мы не можем рисковать. Не секрет, что мое строительство не обошлось без скандала. Многие члены совета прилагали все усилия, чтобы меня вовсе не было. Бескомпромиссность их доходила до того, что даже когда я был построен, некоторые дома отказались от переезда и в знак протеста остались в ее городе. Этот раскол вызвал вражду и напряжение в обществе. Выступавшие против никогда бы не согласились с тем, кто поддерживал так называемую безобразную вероотступническую конструкцию. Но был ли я недоволен их действиями? Отнюдь нет. Да, они действовали грубо и жестоко, но это дало мне богатую пищу для ума и позволило с пользой проводить время. Это уж точно было не сравнить с бесконечными ритуалами и церемониями монахов моих домов. Вот что было по-настоящему утомительно. Но теперь это все не важно. Теперь осталось лишь одно существо, которое меня раздражает. Ты. Дай мне вернуться к работе. Такой резко взял меня такой, ой, ты меня раздражаешь. Своим присутствием. Так, а что мне делать-то, собственно? Он мне сказал выбраться из цикла? Опять? Серьезно? У него, я так понимаю, одна концовка, да? Опять, да? А, да, кстати, мне сказали то, что за него другая концовка будет. С выходом из цикла. За техника. Ай. Так, ладно. Значит, что? Сейчас мы что сделаем? Давайте будем спускаться по стене, потому что сейчас левитировать здесь, это, конечно, будет весело. А почему... У меня вот такой-то вопрос, а почему у меня здесь прорисована карта? Интересный вопрос, ладно. Итак, давайте, наверное, дойдем до того прохода, и возможно, я не уверен, честное слово. Возможно, он у нас открылся. Так, он мне сказал почистить, типа... Так, я не понимаю вообще, в принципе, что сейчас произошло. Он как будто меня знал. Он меня ждал. Как будто я вот специально... Меня вот как будто специально к нему послали... Как будто я должен был прийти что-то вот специально. Ну да, ребят. С каких пор вы все такие снайперы, ребята? Так, сейчас, я так понимаю, открылась локация. Типа, он мне предложил почистить ему строение, я так понимаю. Если смысл... Нет. Ничего мне не открыл. А, нет, открыл. Хорошо. Кажется, я знаю название этой локации. Кажется, я знаю, что нас здесь ожидает. Все, все. Вот эту вот локацию я вообще не видел. Ни как она начинается, ни как она идет, вообще ничего. Я видел только один кадр. Возможно, видел один кадр с этой локации, но я не знаю, как она вообще, в принципе, выглядит. Поэтому для меня сейчас вот это вот полностью новое. Тут так тихо, кстати говоря. А вот, собственно, и то, что я как раз-таки... ожидал. Мне нужна еда. На. Ты можешь взять мусорщика. О, дружище. Что-то ты как-то это. О! Да нельзя так стрелять. Ты слишком как-то это. Я был около убежища. Он просто взял и в меня кинул. Просто вышел, просто убил. Белые ребята. Ладно, короче, всем спасибо за просмотр. Там можете поддержать, поставить лайк, написать приятный комментарий. Я буду этому очень рад. Короче, всем желаю удачки, всем пока, короче.